330 ветеранов-железнодорожников отправились в столицу БАМа, Тынду, для участия в торжественных мероприятиях в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Спецсостав с Ярославского вокзала столицы провожал оркестр РЖД и бойцы студотрядов. Они же сопровождают ветеранов в пути. Для необычных пассажиров подготовили особую развлекательную программу. Дорога до столицы БАМа займет 7 дней. Предвкушаю встречу со своей молодостью, где прошли самые лучшие годы. Я там провела много, 17 лет. 12 лет строила БАМ, а потом еще 5 лет работала на эксплуатации БАМа. Мы были очень рады, что нам предложили эту поездку. Мы едем вместе с мужем туда. Встретимся со своими друзьями, с которыми там жили. Тында была просто клочками вырезана тайга, ставили вагончики, вот, и мы там жили без воды, без ничего. Но это была не то, что романтика, а это было настолько классно. Люди как-то немножко были другие, все с таким энтузиазмом, ну, переполняло все, вот работали. Мне и хотелось, и было страшно ехать, потому что смешалось все, знаете, и радость, и боль, и воспоминания, и фотографии, и события, все-все сразу нахлынуло. We'll be right back.